Итак, всем привет, с вами я, Инксир. Сегодня я вам решу показать еще одного насекомого, которого я увидел. В улитку я, конечно, ее тоже не в первый раз вижу, но в нашем городе впервые. Вот улитка уже, какой из них слизень. Вот этот череп, ос. Он выглядит. Так что это, она панцирь снимает? Да неужели, это нам сюрприз хочет сделать, или что это нам делать? Я там так испугалась. Давайте приближим, может быть, мы ее напугали. Вот. Она как выглядит.